добрый день. Я рад был здесь. Меня зовут Лоренс Брайан из организации «Консенсус». И нам консенсус нужен, но не консенсус с Вашингтоном или Всемирным банком или с ВТО. Это все организации Бреттон-Вудские, которые уже сыграли свое место, свою роль в истории. Но мы теперь переходим в новую эру, в которой эти организации участвовать не должны. Теперь управление будет не просто сверху вниз, а снизу вверх тоже. И эти годы неолиберального рыночного фундаментализма не сделали жизнь на планете лучше. Наоборот, усилилась разница между богатейшими и беднейшими. И где-то 40% планеты живут в нищете, а 4% и очень немногие живут в богатстве. Именно об этом должны сейчас говорить участники саммита Большой Двадцатки. Им нужно использовать капитал с тем, чтобы помочь беднейшим слоям населения. И они не должны избегать таких насущных вопросов, как изменение климата, что, конечно же, происходит из-за нефтегазовой промышленности. Мы должны сделать так, чтобы наши дети могли ходить в школу, и у них была питьевая вода и здоровая еда. Именно об этом должны обсуждать Путин и Обама. И, конечно же, кризис в Сирии – это показатель. Мы не хотим еще одной войны на Ближнем Востоке. Мы не хотим разрушения и смерти ради того, чтобы банкиры еще больше могли заработать на нефти. Нам нужен новый консенсус, новое согласие. Я очень рад выступать перед вами сегодня. И приятно видеть, что таких прогрессивных движений много. И теперь нам пора объединиться с тем, чтобы добиться своего.